Здравствуйте, друзья, дорогие, все и пренепременно. И все б хорошо, весна на носу. Тихо, спокойно, птички поют, но нет. Вот он, какой сильный ветер, и насколько я знаю, что он во многих-многих регионах. У кого-то сильнее, у кого-то с морозом, у кого-то еще лежит снег. Посмотрите, если закрепить плетистые розочки, они даже не шелохнутся. Даже не шелохнутся, и обрезанные правильно деревья, они тоже не будут ломать свои ветки. Но дело не в этом. Я просто решила пройти и проверить, как у меня обстоят дела с моим укрытием гортензии. И посмотрите, да, из окна мне было видно, казалось бы, все хорошо, но с другой стороны размотала немножко спанбонд, прилетела какая-то штуковина в клумбу. Посмотрите, почечки все-таки сохранились от очных морозов, которые у нас доходили до минус 8. Вот, сейчас я прикрою, потому что впереди ночь, еще обещают две ночи с морозом. Такой сильный ветер, что вот с девичьего винограда упала целая лоза, повисла. Вот. А вот, кстати, та самая роза, которую я вам в прошлом видео показывала. Я оставила всего лишь один побег и подумала, если эта роза все-таки не роза плетистая, а шиповник, я сделаю штамп. Если это роза все-таки казино, я все равно сделаю штамп. Какой, как и сделаю ли на самом деле, обязательно я буду об этом показывать. Вот балаган с укрывным материалом тоже размотала. Немножко я закреплю. Дело перед ночью. Так, здесь подвоечек, а вот это у нас чесночок. Посмотрите, новые листики уже пошли, нужно бы его уже подкормить, помочь. А вот эти желтые, что вы видите, они выходили зимой, и вполне естественно, что они остаются желтыми. Но нам нужно нарастить будет зелень, и поэтому подкормочка здесь, конечно же, не помешает. Собственно говоря, моя такая вылазка была именно в такую погоду, именно для того, чтобы посмотреть персик. Он у меня не ранних сортов, но посмотрите, конус уже вышел. Показался розовый конус, и мне сегодня подруга сказала, что в принципе цветки персика вот в таком состоянии выдерживают мороз до минус 5. Вот, думаю, что все обойдется, потому что на сегодняшнюю ночь у нас передали минус 3, на завтрашнюю ночь минус 4. А это почечки так выглядят сейчас миндальные, моего миндального дерева. Они собираются цвести, но гораздо попозже, цветочки у них помельче, такие беленького цвета, и им, в принципе, мороз сейчас не страшен. Вот снова я показываю поближе почки моего персика. Это сорт «Белый лебедь». Еще я на нем не пробовала персики, еще нет, были только пустоцветы. Я надеюсь, в этом году он нам покажет. А это запасной аэродром на всякий случай, если погибнут цветки персика, есть нектарин. И он, как вы видите, пока еще зацветать не собирается, он будет цвести гораздо попозже. В общем-то, ягоды все равно будут. Вот в таком состоянии, так для сравнения, за между прочим, может быть, с какими-то регионами, так выглядит у нас нарцисс. Он собирается вот-вот распускаться. К тому моменту, как он распустится, морозов у нас уже не будет. И сейчас, прямо сейчас, начали капать такие крупные капли дождя. Посмотрите, на рододендроне немножечко это заметно, начинается дождь. Он у меня растет в закуточке в таком, в уголочке, где забор и дом, поэтому его сильно не сдувает. Но я уверена, что если бы он был на открытом месте, то его побеги, конечно же, сломались бы многие. Но посажен, я скажу, что удачно, слава Богу. Вот у нас за притененную такую вот сеточку с решетки с английской сорвала, мы ее закрепили, очень сильный ветер, конечно же. Смотрите, друзья, что случается через час. Идет снег, небо снежное, 0 градусов. Я надеюсь, что все-таки прогноз погоды не обманывает нас и потеплеет. Прошло совсем немного времени, и посмотрите,
Я смотрела на свои клематисы. Там были почки. Но такая вот у нас в этом году весна, и где бы вы сейчас ни находились, каждый найдет причину пожаловаться на природу, и каждый найдет причину порадоваться погоде. Так что, друзья мои, не унывайте, меняется планета, меняются звезды, перестраиваются планеты, идет новая энергия. А на этом я с вами попрощаюсь, до новых встреч, увидимся!